бежим, бежим. Так, у меня два флага. Один здесь и один правее. Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала «Рыбалка хобби для всех». Меня зовут Алексей, и сегодня я на рыбалке. Сегодня я открываю зимний сезон. Поехали мы с ребятами, с Ромой, с Юрой на жерлицы. Вот, половину жерлиц я уже выставил, пока было темно, не снимал. Вот, сейчас уже немножко расцвело. Осталось у меня несколько жерличек, сейчас поставим и будем ждать поклевку зубастой. Я хочу сказать вам, господа. Да. Значит, о, подарки. Подарки на Новый год рыбакам. Подожди, я камеру. Значит, включил? Дай посмотри. Значит, подарки на Новый год, Рома, это тебе. Подожди, на судака. Дай посмотрю. Юра, это тебе. На судака. С наступающим, да. Спасибо, бля. Пожалуйста. Лёха. Усами проверенные эти ратлины. Мы без подарка. Ну, ничего страшного. В следующий раз мы тебе сделаем подарок. Главное, чтобы сегодня рыба клевала. Ты смотришь и думаешь, у кого он лучше, вот, да? Вот это лучше, да. Этот лучше? Он глубже, он 8 метров. Он для Финского залива подойдет. А это мы здесь сейчас. А это здесь, да, помели. Хоть его и нет, но мы все равно его поймаем. А ты удочки взял? Ну, на него не только судак может схватить, в принципе. Щука будет ловиться. Смотрите мне удочку. Давай, за рыбалку. Ну, за рыбалку. Обычно. За первую зимнюю рыбалку первая в этом году. Рыбалка. Знаешь, что он сказал? Нет. Догадайся, что он сказал, как мы только жиросы поставили. Мы сегодня отсосем. Он еще сказал. Классическая фраза. Классическая фраза. Нет, это не фраза. Рыболова зимника. Мы сегодня отсосем. Это не фраза. Это наша последняя тенденция рыболовная. Я последнюю щуку поймал, знаешь где? В прошлом году. Нет, в этом году. На Аяте 24 августа. В августе. Летом последнюю щуку поймал. Все. А канал у него называется Пайк. Да. А я... А ты бухаешь. Пайк везми. Пайк везми, блин. Она приплывет точно. Да ничего, ничего. Сегодня... Ты обещал жене привезти хоть раз в жизни рыбу домой и пожарить. Мы тебе ее отдадим, если мы поймаем. Первая поклевочка. Там нет ничего. Да нет ничего. Живет попущено. Живет. Так она может стоит. Может. Жует его. Думаю, что живет слишком бодрый просто был. Да, я его чувствую. Нету ничего. Оп, есть. Так есть или нет? Есть. Так есть или нет? Есть. Стандартный размер. О, ну все, Ромка сегодня со щукой. Это первая щука в этом сезоне. Она вкусная, маленькая. Супер огромная. Прикольная. Юра у нас сегодня солирует, у него вторая сработка. Идем смотреть жерлицы. Мотает. Мотает. Ну, знаешь, она вялая. О-о-о! Мотает, мотает, давай, 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 давай. Ну что такое, Ю? Это мать. Это мать. Нихера себе мотала. Скорость-то какая была, мотала, да? Мотала хорошо, и она че? Не маленькая. Нет, хорошо. Ну, мне кажется, она не очень большая. Ну и не маленькая. Сейчас отгрызет мой поводок. Да ну, хорошая. Да ну. Да нет, не мушки. Отличная шука. Хорошо. О. Красивая кубики. Смотри, какие у нее яркие. Обалденные. Ясно. Прям. Ярко-красные жабры. А щука-то небольшая. Щука небольшая. Но мотала быстро. Ну, видишь как. Да. Давай вытащи. Итак, время час. Где-то половина рыбалки уже прошла. У нас 4 поклевки.
и две щучки. Одна на килограмм и одна на 350 грамм. Вот у меня была одна поклевка. Не знаю, возможно, я поторопился подсекать. Почувствовал небольшое такое натяжение, но очень быстро оно ослабло. И рыба сорвалась или не зацепилась. В общем, непонятно. И у Ромы была поклевка тоже такая же. Не смогли подсечь. Вот. Сейчас я меняю глубину на всех своих жерлицах. Делаю на полметра пониже, чтобы живец стоял. Потому что все щуки клевали на жерлицы, у которых, ну, глубина была где-то 20 сантиметров от дна. Вот. Ну вот, пока такие результаты. Еще один флаг у Ромы горит. Идем смотреть. Помолил. Конечно. Идет, корный бабай, не ори. Ну что за фигня, ну как так, а? Ну размотала, по крайней мере. Ну согласен, что размотала. Рыб была хоть. Ух ты. Была. Пожалуйста. Ну уже хоть не зря ходи. Сожрал. Прикормим сейчас. Сейчас прикормим. Ну видишь, я рыбу поймал сейчас. Как ты поймал? Смотри, видишь, меня. Где пиявка? Вот он. Ну это разве пиявка? Ну не в пиявках, но пиявка есть. Сработанная была? Долго стояла? Ну она, я сразу понял, лески не было на катушке, она всю размотала. А что, у тебя флажок не сработал? Понятно. Скрытая поклевка. У Юры опять флажок. Идем смотреть. Я еще ни одного флажка первый не заметил. Это вот единственный, который я заметил первым. Надеюсь, там трофей какой-нибудь. Почему у тебя клевало? Чего? У тебя кепка косодак. О, смотри, пошел крутит. Мотать. Да, это хорошая щука. Это хорошая тема, если крутит. Пусть жует, да не трогай. Вот, видишь, все, да не трогай ты, блядь. Да что ты вот учишь? Что ты, блядь, пристал-то ко мне? Ты поймал сегодня хоть одну щуку? Да. Хорошая. Пора, Кузьмич, пора. Да ну, какая трешка. Так. Ну, дергает что-то головой. Дергает? Головой мотает. О, живет в сторону, щука здесь. 500. Ну, поздравляю. 500. Четвертая. Косодака сегодня у нас порвал. Парни, идите рыбу ловить. Чем вы занимаетесь? А я же в сани взял. Бежим. Так, у меня два флага. Один здесь и один правее. Опа, что размотало. Есть. Нормально. Брось ее. Да брось ее, пошли, бросай. Ага, пошли следующие. Экспресс-метод. А здесь нет ничего. А здесь ошибка. Да, отлично. Лохара теперь я. Фу. Сейчас, я же вам сказал, сейчас будет к вечеру все. Щука! Супер! Блин, я думал с ума сойду, пока бегу. Что-то глух стал. Так, первая сработала та, а вторая эта. Я как чувствовал, что надо к этой бежать. Красавица. Давай скажу что-нибудь подписчикам. Твоя первая щука на жерлице? За эту зиму, да? За эту зиму. Первая вообще. Давай, не волнуйся, рассказывай. Первая щука этой зимой на жерлице. Небольшая, но приятная. Смотри, там что-то прощупывается. Юра, это мальчик или девочка? Да. Как прощупывается, значит самец. О, есть рыбка. Пошло крутить. О,
Вот она. Вот это скорость. Она испугалась, когда мы подошли. Походу, она сюда, да, идет. Очень легко. Ну, плывет навстречу. Навстречу плывет. Сейчас уйдет. Она навстречу к нам идет. А ты быстрее вытаскивай, она навстречу идет. Ну, поздравляю, Рома. Опять флаг. Сил уже нет бегать. Идем пешком. Есть, есть. Ну, ты прям как маньяк. Тихо, 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 тихо. Ура! Посмотрим. Че, куда? Пускаешь? Ну, давай, в лунку. А, все, что ли, вытащи? Видь? Опять попула. Она-то попула. Вот и закончилась наша сегодняшняя рыбалка на жерлице, на щуку. В итоге мы на троих поймали 8 рыб, 9, вернее, одну такую небольшую мы отпустили. Вот, сейчас погода вообще поганая стала, ветер, снег. Сейчас нам возвращаться, снег будет прямо в лицо. Вот, ну в целом мы довольны, открыли зимний сезон жерличный. Так, и мужчины меня зовут, походу опять сработала жерлица. Ну ладно, сейчас все увидим. Наверное, там 5 рыба будет. А на этом все. Подписывайтесь на канал, потому что впереди нас ждут новые видео. Всем пока!